опять показывает, что полная батарейка где-то 22 минуты уже держит. Они не умеют ее подзаряжать, они там ток дают, такое сильное напряжение большое, там где-то может 4,1 или 4,2 вольта нужно давать, 3,8 вольта или 3,9, дабы батарейка бы так быстро не деградировала от перезарядки. Вот я теперь настроил на где-то на 250 килогерц, можно регулировать, повышать частоту до 3,1 мегагерц. Вот буду крутить с частотой и смотреть на всякие эффекты. Вот уже сразу появляются эффекты. Деревяшка, где моя? Вероятно, камера выключится быстрее, чем я дойду до этих 3,1 МГц, что я буду крутить медленно. Вот только на низких частотах были эффекты, теперь они пропали. Опять что-то шипение появилось. А тут резонанс. Потребление выросло. Может, уже докрутил. Вот 3,1 мегагерц. Уже докрутил самую ее максимальную частоту. На 2,2 мегагерц.
Вот. Он в резонансе, он за 5 ампер заходит. В разрыве заземления лампы, вот от нижнего конца идет через лампу и идет на общий минус и на землю. Вот я так руку приближаю, нахожу резонанс, где самая яркость пришла. Это на 2 мегагерца. Ну, частота 2,4 мегагерца. Такой эффект залипания есть. Это
Вот это передающее, это от соземления. Вот один ее конец идет на лампу, второй конец идет на землю. В общем. Вот лампа горит. Делал на пушпуле на резонансном контуре. Вот первичная обмотка, вот эта вся, на нее поддается питание от вторичной обмотки трансформатора, потом она 80 метров, и вот съемные 1 миллиметр и 1,5 миллиметра квадрата. И она вот 50 метров намотана тут. И вот накачка вообще не напрягается. 0,9 ампер от синусоида. Скважинность около 50%. От 45. И вот 60 ватт лампа горит. Нужно вкрутить 12 ватт, так она ярко будет гореть. То есть я предполагаю, что когда появится свободная энергия, она должна ярко засветить, как и 10 ватт лампа. Вот эффект покажу. Вот работает Тесла, он этот получает как бы. Приближаю. Грешок начинается.
стоял на этом транзисторе варистер, я там частоту поднял. Выше где-то до 3 МГц он сгорел. Даже почернел и задымел. И взорвался. Теперь без никаких защит работает. Но теперь, по-моему, стало больше наводок наводиться. Теперь вообще нельзя ничего стабильно сделать, когда трансформатор Тесла работает. Вот без трансформатора Тесла вот спокойно работает. Никаких писков нет. Но если фильтровать питание к трансформатору Тесла, тогда тоже пропадут эти писки. Потому что этот обратный ADS от первичной обмотки идет по всем там проводам и наводится. Вот какие, какая осциллограмма от трансформатора Тесла. Вот тут щупы лежат. Вот эффекты получил. С этих эффектов толку никакого. Теперь без трансформатора Тесла почему-то пищит.